Выездная творческая акция «В гости к соседу. Казачья слава» уже давно зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. В ходе акции «Добрые соседи», как дорогие гостей, встречают юных славянцев со всех уголков нашего района и стараются, чтобы им было интересно и весело. Гостеприимный славянец на Кубани принял ребят из целинного сельского поселения, которые на современном комфортабельном автобусе приехали к городскому дому культуры, где их ждали и сердечно приветствовали, пожелав отлично провести время. Мы рады вам и очень ждали нашей встречи. Ребята, желаю вам приезжать к нам в гости, в наш город. Приезжайте с родителями. Приезжайте к нам на мероприятия, приезжайте в библиотеки и просто в гости. Мы будем очень вам рады. И пусть сегодняшнее мероприятие станет одним из самых ярких впечатлений о лете 2019 года. В ходе экскурсии «Ожившие предания казачьей старины» экскурсовод Славянского историко-краеведческого музея рассказала, как жили, работали и отдыхали кубанцы во второй половине 19 и в первой половине 20 века. Также мы показываем вот прялочку, на которой казачки пряли пряжу, обучали своих внучек. Сундук стоит у нас. Сундук казачки готовили приданное. На приданное они готовили наволочки, кофточки. Вот мы видим здесь оформлена у нас такая интересная выставка кофточек. Также вот вышивки. Все это готовила казачка себе на приданое. Об этом мы рассказываем ребятам, как жили в казачьих семьях. Сотрудники межпоселенческой библиотеки провели тематическую программу «Казачья грамматика». Ребята разгадывали значение кубанских поговорок, слов, обрядов. Познавательно-развлекательная программа, во время которой учащиеся соревновались в быстроте и ловкости, отгадывали загадки и даже решали занимательные кроссворды, очень им понравилось. Мне понравились игры. Их очень было много, зарядка там была. Веселились, бегали. Для нас приготовили интересную программу. Здесь очень весело и хорошо все. Увлекательное путешествие по сказочным станциям завершилось по доброй традиции сладким угощением. Эта поездка станет для ребят из Целинного одной из самых ярких страниц лета. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».